Нашей любимой стране и поздравляю с праздником. С праздником, любимая страна. Ура! Ура! Вот тут вот прям желание ура! Ну что ж, мы идем дальше. Дальше, пока. Ведь именно 12 июня 1990 года начался новый этап в ее истории. Именно в этот день была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Это особая дата для всех людей, кто дорожит своей родиной, любит свой родной край и готов жить и работать во имя будущего страны. Ура! Ура! Камчатки или с командором.